До нас доєднується Євген Сова, віце-спікер Кнесету Ізраїлю. Будемо з ним говорити, що ж там зараз відбувається. Вітаю, пане Євгене, доброго вечора. Вітаю, Сергій, добрий вечір. І бажаю щиро, щоб дійсно якомога швидше заспокоїлася ситуація, але все ж таки сьогодні зранку з'явились повідомлення про можливі удари з боку Ірану. Тиждень тому вже були подібні повідомлення. Хотів з вами говорити про це, і тут стало відомо про те, що з Лівану Хезбола атакувала Ізраїль. Яка що зараз відбувається у вас, пане Євгене? Розкажіть, будь ласка, яка ситуація? Ну, обстрелы с юга Ливана, они продолжаются уже 6 месяцев, 7 октября, когда, собственно, Хизбалла вроде бы и вступила, и не вступила в войну. То есть мы ведем такой пинг-понг. Кстати, надо сказать, что это вызывает очень много спора внутри Израиля, потому что, в отличие от действий на юге и активных действий в секторе Газа, Израиль занимал оборонительную позицию на севере. У нас, к сожалению, тоже там были потери за эти 6 месяцев. 12 человек погибло, там были в основном гражданские. Мы эвакуировали в первый же день войны более 100 тысяч человек, и это тоже вызвало критику, потому что впервые вообще за 76 лет Израиль эвакуирует граждан со своей территории вместо того, чтобы переводить боевые действия на территорию противника. Но вот Хизбалла на протяжении этих 6 месяцев показывала, в частности, что оно не переступает эти красные линии. Хотя там были удары в глубине Ливана, и там были удары по нашим военным базам, но тем не менее этот пинг-понг как-то сохраняется. Хотя все прекрасно понимают, что Хизбалла — это прокси Ирана, что Хизбалла действует по указке Ирана, и какие-то моменты даже были случаи, когда Хасан Насралла, который руководит Хизбаллой, говорил, что он не знал об атаке Хамаса на юге, то есть, соответственно, пытался как-то, знаете, отойти в сторону и сказать, что он не координировал масштабную глобальную войну. А что происходит в последние дни? В последние дни риторика изменилась со стороны Ирана, и, конечно же, в Израиле мы не пренебрегаем этой риторикой, мы это слышим, мы слышим это после той атаки, которую нам приписывают. Я не буду вдаваться ни в какие детали, не подтверждать, и уж тем более не говорить об этом, но, тем не менее, Иран сделал несколько таких воинственных заявлений. Нельзя сказать, что здесь упали со стула в Израиле, потому что Иран — это единственная страна, член ООН, которая не скрывает уже 40 с лишним лет после революции желание уничтожить Израиль. Поэтому это единственный, по-моему, член ООН, который вот так открыто говорит об уничтожении Израиля, даже не называя слово «Израиль». Но, тем не менее, в Израиле прекрасно понимают, какие есть возможности Ирана. Мы, более того, мы, как я уже сказал, не пренебрегаем этим. И, соответственно, были заявления со стороны руководства нашей страны, начиная от политиков, заканчивая военными. И плюс сегодня важный визит главы центрального командования США, генерала Майкла Курила. Дело в том, что Израиль долгие годы относился к европейскому командованию США. То есть было все время координация между американскими военными, которые находятся в Европе. Последние несколько лет нас, что называется, перевели, если так можно сказать, именно в управление Сенткома. Сентком находится в Катаре, главная база, и, собственно, Курила — это глава центрального командования, которое отвечает за Ближний Восток, там, начиная от Афганистана и заканчивая Северной Африкой. И, конечно же, координация совершенно другого уровня. И вот Курила уже не первый раз приезжает в Израиль. Он приехал сегодня, пресс-служба публикует кадры армейская. Это важный посыл, нашим врагам, потому что в случае прямого удара со стороны Ирана, естественно, Израиль не останется в стороне. Это говорят здесь все в Израиле. И, естественно, Иран должен это понимать. Ну, я думаю, что Ирану стоит несколько раз подумать, прежде чем атаковать Израиль, учитывая в том числе возможности нашей системы ПРО, системы противоракетной, противовоздушной обороны. А от оця атака з боку Хезболи, чи розглядається це як, ну, така передумова чи предтеча оцієї можливої атаки з боку Ірану? Тобто, наскільки ймовірно, що удар з боку Ірану, про який так само зараз говорить там і американська розвідка, що він все ж таки буде нанесений, можливо, навіть найближчими годинами? Я не могу сказать, что это прелюдия к удару. Я могу только сказать, что 40 залпов в нашу сторону, это, конечно же, ну, это выходит за рамки, но, опять же, это было уже. Были такие случаи за эти 6 месяцев. Более того, было сбито 2 беспилотника иранских, которых Хизбалла использует с начиненной взрывчаткой. Это тоже публикует. Буквально вот несколько минут назад об этом заявил глава пресс-службы. Но смотрите, Сергей, нужно понимать, несмотря на всю эту обстановку, несмотря на то, что
Здесь СМИ очень подогревают все время, цитируют там американские СМИ, цитируют разного рода источники, там Bloomberg, там Wall Street Journal, цитируют постоянно, все кого-то цитируют. Тем не менее, буквально вот 10 минут назад глава пресс-службы ЦАЛа заявил, что нет никаких изменений в инструкциях службы тыла. Если такое потребуется, то, естественно, израильское население об этом узнает. Я напомню, что атака Хамаса 7 октября, она была как раз утром в субботу. То есть это был праздник, это была суббота. Но сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня тысячи, может даже десятки тысяч человек находятся на своем посту, включая силы ВВС наши, потому что никто не берет сегодня риск, тем более с учетом того, что происходит. Поэтому я думаю, что в Иране это тоже прекрасно понимают. И основная масса, основная ударная сила ВВС сегодня уже не находится на юге. Это тоже понимают в Иране. Поэтому я думаю, что такая напряженная обстановка, она будет сохраняться здесь. Опять же, если Иран захочет такими малыми силами держать напряжение в страну. Но еще важно подчеркнуть, что для Ирана, для Ливана, для Хизбаллы им тоже важно подчеркнуть, что они что-то делают, что-то отвечают. Поэтому они все время со своей стороны будут преувеличивать масштабы реакции и пытаться найти, вот я бы сказал, такую стратегическую точку, когда они могут сказать, вот этот удар соответствует там, нашему желанию ответить. Или вот это то, что мы сделаем. Что будет, я вам не могу сказать. Я не могу комментировать. Я не член правительства, я депутат Кнессета. Мы в Кнессете контролируем действия правительства, но мы не знаем в реальном времени, что происходит. Уж тем более, что происходит в правительстве и в узком кабинете по вопросам безопасности. Это прерогатива правительства. Но я очень надеюсь, что решения, которые там будут приниматься, будут исходя из общей обстановки, включая в том числе координацию с нашим главным союзником США, потому что, еще раз подчеркну, подобно заявлению президента Байдена, которое он сделал 9 октября, то есть на третьи сутки войны из беспрецедентной атаки Хамаса, когда сюда были направлены два авианосца и в Средиземном море, и в Персидский залив. Это был, конечно же, ответ Ирану. Вот сейчас США и Белый дом снова сделают очень жесткие воинственные заявления в адрес Ирана, показывая, что в случае конфронтации Америка не будет стоять в стороне. И, конечно же, это добавляет спокойствие, я бы сказал, в Израиле. Это видно, это чувствуется по разговорам, это чувствуется в том числе по тем, как освещают израильские журналисты, военные, бывшие в СМИ вот эту нынешнюю эскалацию. А от про яку може мова йти допомогу з боку США, пане Євгене, якщо дійсно ця ситуація загостриться? І, ну, я не знаю, взагалі, ви вбачаєте можливість переростання от в повномасштабну таку велику війну на Близькому Сході оцієї нинішньої ситуації поточної? Смотрите, у нас с точки зрения помощи США, США наш ближайший союзник, начнем с этого. Так, я перепрошую, пане Євгене, я про те, що от і Associated Press, здається, чи France Press повідомляли, що додаткові сили перекидаються на Близький Схід з боку США. Тобто, про що може йтися, чого ви очікуєте, можливо, якої допомоги? Смотрите, я вам не открываю здесь больших секретов, но когда американцы или, допустим, другие силы, которые находятся на Ближнем Востоке, перебрасывают дополнительные силы, то это не обязательно в Израиль. В конце концов, есть американские базы на Ближнем Востоке, они тоже легитимные цели с точки зрения сил прокси Ирана. Я напомню, что и в Бахрейне, и в Катаре, и в других странах Персидского залива находятся базы, в том числе в Сирии находятся американские войска. Удары шиитских, иракских шиитских подразделений были направлены в адрес американцев на территории Сирии. Поэтому не обязательно, что речь идет исключительно о территории Израиля. То есть у нас в Израиле нет американских баз. У нас есть сотрудничество, у нас есть так или иначе, то стратегическое партнерство, у нас нет баз как таковых. Поэтому если, например, Иран захотел бы или там через своих прокси нанести удар по американским базам, то они тоже должны об этом подумать, потому что американцы об этом тоже заявили. Кстати, я слышал буквально сегодня заявление Белого дома, что даже не пытайтесь атаковать наши базы на Ближнем Востоке. По-моему, там, если мне не изменяет память, 24 или 25 таких мест, которые там поднимается уровень подготовки вот в случае таких вот масштабных действий или таких угроз. А что касается в целом помощи, смотрите, у Израиля нет ближе союзника, чем США. Американцы помогают нам, помогают нам ежегодно с помощью. Часть
проектов. Это общие проекты, например, система «Железный купол» — это израильская разработка, но перехватчики и ракеты-перехватчики, естественно, производятся на территории США и таким образом тоже поставляются. Плюс у нас все ВВС от американского производства, начиная там от истребителей F-35, последние самые модели, там заканчивая F-16, F-15, и комплектующие, естественно, тоже поставляются из-за океана. А у нас огромное количество разного рода вооружений, которые нет для телеэфиров, но тем не менее эти вооружения, которые в том числе использовались в секторе Газа, тоже были результатом этих поставок во время войны, там, начиная с первых часов войны. Поэтому здесь, конечно же, когда Иран это слышит, Иран должен делать выводы. Я думаю, что в Иране тоже сидят не глупые люди, они понимают, к чему это может привести. И, кроме того, в Иране прекрасно понимают возможности и нашей системы противовоздушной обороны, которая достаточно сильная. У нас есть несколько слоев, там, начиная от «Железного купола», затем «Проща Давида» и, в конце концов, система «Стрела», «Хэтс», «Эрроу», как по-английски называется, которая сбивает баллистические ракеты. Кстати, эта система успешно показала себя против иранских ракет, которые запускали «Хуситы». Ведь «Хуситы» находятся на юге, и они атаковали наш южный город Эйлат, причем это расстояние в 2000 километров. Это серьезные ракеты, это не просто грады, которые летят на расстоянии 20-30 километров. Поэтому и эта система себя зарекомендовала довольно успешно. Она находится на боевом дежурстве, поэтому я думаю, что все это тоже понимают в Иране. И там должны дважды подумать, а то и трижды подумать, прежде чем атаковать нас, учитывая вот такую обстановку последние часы.